Привет, ребята, добрый вечер. Мы тут с Викулей решили замутить свой новый формат. Вот, мы будем разговаривать там о всяких мимишных делах. Мы так решили, что я Кнут, а Вика Пряник. Вот, в общем, ребят, всем привет. Мы начинаем. Викуль, привет. Надюша, приветик и всем, кто сегодня с нами. Я надеюсь, что, конечно же, с нами еще будут ребята все больше и больше. Будем с вами общаться, играть, конечно, и я очень надеюсь, что новый формат вам понравится, потому что сегодня будут не только там бабские беседы, да, как это мы с Надюшей называем, но и, конечно, просто посмеяться, как это мы с Надюшиком моим любимым просто обожаем, потому что бабоньки с огоньком. Поотвечаем на вопросы, посбрасываем голды, даже розыгрыш кристаллов будет. Промокоды мы, конечно, не обещаем сегодня, ну, потому что это же было. Так что... Нет, потому что мы жадные. Нет, просто это было. Было это. Давай еще подеремся. Нет, подожди, а это нормально, что у нас одна точка А всего? Или она только у меня? Или это как какой-то ММшный? Или ММшный это там, где много этих точек? Вот этот момент вообще сейчас потерян. О, Карен, ты закосячил. Карен. Привет, привет всем, привет. Так, подождите, кстати, Дима же как-то нас учил вот это вот всякие дела, чтобы чат был сбоку. Нажми на кнопочку «Открыть в новом окне чат», и у тебя он будет да, в да, новом окне. Да, да, это такой лайфхак. Да, короче, в ММ там где дыры три. Так. Моей девушке нравятся динозаврики, я хотела собачку подарить. Что делать? Слушай, а знаешь, вот есть такие стрижки... из собачек делают динозавриков. Вот. Видишь, тебе уже лайфхак тоже. Прикольно? Я замутила. Из собачек динозавриков это прям эпик. Блин, короче, куда мне чат взять? Какую дырку у него зашла? О, вот сюда засунь. Опа, Каренчик! Вообще-то так-то мы играть должны, да? Мы там должны точку отвоевывать. Да мы ее и так отвоевали, что к нам даже никто не может подъехать, я тебе хочу сказать. Серьёзно, а я этот... тут пытаюсь чат настроить. Понятно. Почему я когда пытаюсь чат настроить, у меня, короче, оно сбегает от окна. Ой. Нужно минироваться, я, короче, знаю, что нужно минироваться. И вообще, да, Натуся, вот кидай, кидай, кидай. Да, ребята, у нас такой какой-то новый формат. В общем, мы тут хотели рассказать, вот мы с Викой любим болтать. И нам на самом деле очень мало трансляций, вот просто мало-мало, мы хотим еще. Вот, и мы решили с ней вот замутить такой свой формат. Вот, мы обещаем, что на следующей трансляции у нас будет какой-нибудь гость. Это гость будет девушка, но я ее сразу анонсирую, но я так думаю, что это придет девушка, мы не будем раскрывать ее имени, ее никнейма, вы все узнаете. В общем, будем приглашать гостей. Мы будем приглашать гостей не только, как бы сказать, кого-то из помощников или там звездных гостей, но обычных игроков мы тоже, потому что мы больше склоняемся, что мы с Викулей это обычные девчонки, которые играют, нервничают, злятся. Вот. О, злятся, это прям... Это прям про нас, да? Это прям вся моя жизнь сейчас. Что такое жига наглая? Она меня так пнула, короче, прям вообще жестко. Так. Что я хотела сделать? Так, объясните, пожалуйста, почему у меня, вот я делаю этот чат в отдельном окне, вот я сейчас буду нажимать, чтобы продолжить играть, а у меня этот вот все исчезнет. Почему? А как отжать паузу? Куда нажать надо? И еще раз, что сделать? Боже мой, Надюш, соберись. Что ты там делаешь, вообще не понимаю. Подожди, все, сейчас, подожди, я все знаю. Вот. Нет, вот смотри, я открываю в чат в еще одном окне, короче, вот это вот делаю, это гребаное окошечко. Но я не могу. На телефоне? Блин, так тоже можно. Да, прикинь. Это я сама догадалась. Они же не слышали, Миша. Ну ладно. Короче, ладно, сейчас я открою и будем слушать там. Так вот, на чем я закончил? Мы еще не начинали, да? Вот, мы будем с Викой стримить, кидать голды, разговаривать. Если у вас есть какие-то интересные темы, что обсудить, что спросить, вы обязательно пишите нам
мне в личные сообщения ВКонтакте, можно там под комментарием под нашим, наша ссылка на стрим. В общем, ребят, мы ждем от вас интересных вопросов, вообще всего-всего, что вы хотите слышать, видеть. Может, вообще нам с Викой пора закругляться. И вообще уходить на пенсию. Да, идти варить борщи. Вот, так, стрим с девчонками. Вот он идет. Сейчас, короче, если вы услышите наши голоса, не пугайтесь, значит, просто я этот включила. А, все нормально. Вот. Вика, Надя, привет, привет. Обсудим конец света. А зачем его обсуждать? Вот когда осуждено будет, тогда он наступит. Что там, какого обсуждать? Не хочу обсуждать. А, что еще? Просто что? Скажите, пожалуйста, давайте обсудим небо, погоду, игроков, форматы. Форматы, вот. Какой мой любимый формат? Не могу сказать, что есть какой-то мой любимый формат, но, скорее всего, это точки. Почему точки? Потому что флаги, это вот ты там притащил один флаг, как многие сейчас делают, притащил один флаг. И задефился. Да, задефился, и все, ты герой. Вот еще взял и нацепил этот дрон, который там вот эти вот куча минок. Просто... Во. Вика, Надюш... короче, меня просто дополняет. Я начинаю, Вика дополняет. Потому что вот. Иногда так я играю. Боже мой. Вот. И все так происходит, да, и нереально. Так, дальше, регби. Ну, регби мне не нравится вот этот тупой пас. По мне это очень тупой пас, мне не нравится. Этот пас, который мяч улетает хрен знает куда. Вот, и ты его там пытаешься поймать. Ну, это не как флаг ты передал, и все. Дальше. Что еще? ТДМ. Ну, ТДМ это то же самое ДМ, но просто в команде играешь. ДМ, ну я уже сказала. Сейчас у меня кошка пришла. Ты закроешь дверь? Вот. Вика, у тебя какой любимый формат рассказывал? Это именно флажки. Да, вот. Я всегда играю на флажки, поэтому меня можно встретить именно там. Как ты и говорила, да, это целили один флажок, и потом засели все в деф, и все. Плюс у меня дрон-диверсант, как я уже говорила, причем он фуловый, поэтому так и живем, так и живем. Сейчас у меня пылесос уберут. Ох ты ж, ой-ой-ой. Ой, как ты красиво полетела, но, в принципе, тебе идет. Я не знаю, там, мне идет. О, боже мой. Полет шмеля. Шмеля. Шикарно. Девчонки, вам нравится Хэрэвэрэ? Ох, это прям, я даже не знаю, что сказать. Надюшка, тебе нравится? По настроению. Вы знаешь, мне кажется, или у меня так, или просто я такая нубка, конечно. Смотри, я его подняла, и моя силачка. Ты видела? Силач. Ты машина, просто машина, я тебе говорю. Да. Скажи еще раз. Машина. О, да. Вот. Ты можешь просто периодически, знаешь, меня перебивать и говорить. О, Карен! Так вот, на чем мы там закончились? Так, давайте говорите, какие у вас любимые. Розыгрыш будет? Конечно, будет, ребят. Куда же денется? Конечно, будет розыгрыш. Димка, короче, говорит, девчонки, я, говорит, приду, сделаю вам розыгрыш, уйду. Будет розыгрыш. Будет обязательно. Поэтому мы хотим, чтобы вы с нами контактировали, что-то спрашивали. Или что вы хотите увидеть, услышать, может быть, какой-то формат новый или что-то. Вот мы больше хотим вот такую непринужденную какую-то беседу. Интересно, сейчас у меня кошка пытается открыть дверь, чтобы выйти из комнаты, короче, вот. Харли, уйди, сказала. Серьезно все так, боже мой, еще имя. Ох, да. Ну, открыла дверь, иди тогда. Нормальная, блин. Неадекватная. Так, я здесь. Мы там что, мы выигрываем? Да, мы вообще прям... просопеты, понимаешь? Ну, Надюша, будет ли вопросик на подарок? Блин, все руки заняты, только рот свободен, я не знаю, как мы... И поэтому говорим, просто не переставая. Но особенно Надя сегодня, она прям неудержима. Да, у меня просто было... Машина. О, да. Что вообще... Блин, я аж мысли потеряла, растерялась, мне аж жарко стало. Так, соберись. Соберись, мне так нравится, да, что да, соберись. Да. Вы еще сейчас можете услышать звук пылесоса.
Вообще все, что угодно, тут у меня можно услышать. Кошка мне пытается выйти. Так вот еще, давайте еще вопросы. Расскажите о вашей команде, хотя бы ники назовите. О, сейчас назову, подожди. Тасол, Пламенный Мастер, Саш, Нельзя, это я. Гошек, Энерджи. Что-то... Малой на пределе или малой? Или малой на пределе, Суфик, Антип, Киндер, Хачат... Тарян? Хачатрян? Да, Байн. Наверное, так, да. И Байн. А за синих у нас сегодня VIP им MXO Pro VIP, позже ты мой пока прочитать, на самом деле. Орешек, Аракелян, Хра М, да, наверное, так, Армянский Хулиган. 2008 я его называю всегда так, Стар Лидер, Мега... Тут же год там? Мой. Луксилон, Супер Пупер, Танкист оф Армения и Зевс XT. Поэтому, ребята, нас сегодня много. Да, кстати, Викулю, ты так назвала вот этот армянский хулиган. Вот я всегда читаю его не как арманский хулиган. Арманский? А, да, я помню, ты говорила, я не знаю почему так, но тем не менее. Так, что? Тасол говорит, прости, там извиняюсь уже во что-то. Ой! Надя, Надя, у тебя там, я не знаю, что у тебя сломалось. Сломала микрофон или что там происходит? В смысле, все нормально, не сломалось ничего. Да? Да. Я надеюсь. Все, все. Все в порядке. Вот. Утяжка без устройства, я тебе хочу сказать. Так привыкла, что ты постоянно нагибаешь, там играешь такая вся. О, смотри, смотри, нагибаешь. Нагибата. Ну да. А тут прям непривычно, еще и где-то громко поп бьет. Давай, врубай, врубай, овер. Вот, я врубаю. Ох, то ни одного, то два сразу, понимаешь? Вот этот, смотри, толстенький, вот этот вот, мне прям это... Да что ты, я не знаю, кто там, он снимет страйкер, не беси меня. У тебя зимой, у тебя зимой. Да, я сказала. Святую. Да, кстати, вот по поводу кнута и пряника, боже мой, чуть меня не уронили. Прям истинная правда, у нас Надюша всегда такая строгая, суровая женщина, приходит и всех по полкам прям, типа, Вика, блин, что ты там? И я такая, да-да, Надь, все, конечно. А вот, я выступаю спокойным. Да. Ну, успокоительным, да, наверное, так? Да, успокоительным, узбогоительным, я бы сказала. Узбогоинчиком, да. Поэтому все время, если надо вам вот кнут и пряник, если вам надо ставить мозги на место, то можете писать, я это делаю бесплатно. Первая консультация бесплатна, на самом деле. Вот, а потом можно уже что-то брать. Нравится ли вам режим Джаггернаута? Ну, вот я скажу, что мне не нравится. То есть я за все время, если не соврать, ну, играла там, ну, раз пять, вот как он вышел, все, больше не играла. Не нравится, Вик, тебе? А, нет. Сразу нет, ведь я не люблю штурм, мне не нравится регби, и Джиггернаут это тоже не мое. Вот, никак. Единственное, что я прям так оптимистично воспринимаю, это флажки. Все, даже точки, это тогда, когда мне нужно выполнить задание. Вот, ребята, вам ответ. Вопрос. Если я выиграю в конкурсе кристалл, они придут на мой акт танк, как это отобразится в игре при заходе? А про какой конкурс ты говоришь? Если какой-то конкурс от форума, то аккаунт... Ой, господи, кристаллы придут тебе на аккаунт, и вряд ли будет какое-то оповещение. Но ты же примерно должен знать, сколько у тебя кристаллов. Дальше вопрос. Нравится так это? Кофе или чай? Кофе, безусловно, кофе. Я кофе, вообще... да. Кофейный наркоман, на самом деле. Вот, я без кофе вообще не могу. А, мне нужно мозги справить или занести туда. У меня вот багойка. Так. Ребят, я, кстати, насчет вот скидок, вы тут задаете вопрос. Я тут тоже недавно пыталась понять, какие ближайшие праздники. И с Натальей мы нашей галактикой сидели, разговаривали. Ну, самый ближайший праздник это... День влюблённых. Да, День Святого Валентина, но вряд ли. Вот я не помню, по-моему, в прошлом году не было никаких скидок. Поэтому я так думаю, что, ну, подарки были какие-то новые, это было, вот это я помню.
Ну, может, ребята подскажете. Поэтому я так думала, что ближайшие скидки, ближайшие какие-то бонусы — это 23 февраля. Кстати, у меня прям в прямом эфире рождаются идеи, прям гениальные идеи. Как насчет того, чтобы мы с тобой придумали потом какой-нибудь такой интересный даже конкурс на кристаллы, например, только такое нормальное вознаграждение, прям будет такое по-мужски, да, по-пацански, как мы любим. И вот для Дня Святого Валентина, например, там нарисовать рисунок какой-нибудь, где вот двое влюбленных что-нибудь будут вместе делать. Именно совместная работа. И вот их мы уже и наградим достойно. И даже, возможно, кого-нибудь и пригласим к нам на День влюбленных. Я вообще, безусловно, за. Я так думаю, нам Наталья обязательно поможет. Она у нас кладезь идей. Вот, еще да, ребята. Да, в принципе, все могут поучаствовать в предложениях идей. Извини, Надюша, что я тебя перебила, просто да, вот так вот резко. Я потом тебе припомню. Хорошо. Если у кого-то есть идеи, что можно придумать, как это можно отобразить, то мы будем только за, чтобы вы нам подсказали, чтобы вы нам помогли, а мы потом-то смогли реализовать за достойное вознаграждение. Поэтому, ребята, все ваши идеи, пожалуйста, в личку мне, Надюше или просто в группу, будем только рады, будем только за. Ребят, я раскрою секрет, возможно, меня Вика убьет, но я отомстила за то, что она меня перебила. А нас можно найти в группе ВК нашего канала, StreamTO, там есть и я, и есть и Вика, поэтому, если что, туда, ребят, приходим. То я просто постим, да нет, уже нормально все было, у тебя прям там дребезжало все и как-то громко. Это пылесос. Пылесос? Это пылесос. Это все от нервов. Да, помнишь, как Маша тут... из мультика говорила? Да, я просто тут носит играю, а на губки... пылесоса. Зубки, язычок, это все от нервов. Да, ты что, не знаю, я умею так, у меня, короче, рот у меня занят, руки тоже заняты, и вот ногами. Не, Харли, она пошла куда-то. Ну вот, да, из этой серии, она была названа. Вот. Кстати, как мы заговорили о домашних животных, я знаю, что у Викули есть пёсик. У меня есть кошечка веслоухая. Вика, какой породы у тебя? У меня лабрадор-ретривер. Вот, я хоть и не знаю, но я, наверное, думаю, что ты такой маленький-маленький какой-то, да? Маленький — это собака, которая еще щенок, и он весит уже 35 килограмм, чтобы ты понимала. О, боже. Прям машина такая, знаешь? А, ну всё, я просто которая не знаю. Которая очень любит обниматься и целоваться. Особенно мы любим незнакомых людей, и больше всего мы любим детей. Это наша слабость. Круто. Вот, ребят, пока мы тут такую тему... Какие у вас есть домашние животные? Делитесь. И у меня самая первая анимашка — это кошмар. У меня тоже есть такая анимашка. Вопрос. У меня ник с больших букв, а я написала его с маленьких на сайте. Розыгрыш, это повлияет ли? Как его поменять? Не знаю. Как вы думаете, будут ли новые режимы? Блин, Леся, знаешь, мне кажется, столько этих режимов, я даже во всех не успеваю поиграть. Не то, чтобы даже поиграть, какие-то режимы мне не нравятся. Ты хочешь уже какой-то новый режим. Но мне кажется, это прям, это что-то слишком. Не знаю, честно. Пока ничего... Я все жду оверов. Мне кажется, все ждут оверов. Я вот тоже не исключение. Я прям очень сильно жду этих оверов. Я хочу что-то новое. Я вообще люблю что-то новое. Особенно люблю переезжать. Переезжать? Да, я люблю. Я люблю что-то новое. Куда-то переезжать. Какой-то новый город. Ну, что-то такое. А часто ты переезжала? Ну, довольно-таки. Ну, нормально. Сколько? 4. Это... 4-й город, наверное. Так. Работу нормально приходилось менять. То есть, если ты меняешь место жительства, ты меняешь работу, там уже свои люди, своя атмосфера. Это прикольно. Да, ребята, у нас осталось 15 минут. Этот, Миша, а там не пришел Дима, не сделал розыгрыш? Он просто обещал, что он придет. А я так и думаю, блин, мы же все подключили. Короче, еще такая все отключила. Такая...
А, все, спасибо, Наталья. Вот Наталья у нас самая умная. Она всегда нас беспокоит. Так. Вик, ты видишь, там страйкер какой-то у нас палит, мастер Саш. Да это наш. Но я знаю, что наш, он просто он так палит. Своих бьет, чтобы чужие боялись. Стратегия, конечно, неоспоримая, я тебе хочу сказать. Вот, может быть, кстати, вот ты придумал вот этот конкурс, да, что там на День влюбленных что-то. Может быть, тогда из самых лучших работ мы выберем и кого-то пригласим к нам и Так наградим я его. же тебе о чем. Да? А, Да, значит, то а есть я будет где-то летаю. что-то мы придумаем, что нужно будет выполнить именно вот со своей влюбленной парочкой, со своей второй половинкой, и уже потом мы, да, либо будем приглашать. Кто меня убил? Лайф. Это просто было, я не Больно. знаю, да. Это Это было было больно. неожиданно. Лорка неземная. Просыпетка. Да, Мысленно с Лариса. нами, а мысленно с тобой, конечно. Сколько будет голдов? Один или два? Никто не знает, где будет. Сколько мы скинем? Ну вот я сейчас один скину. Много уже голдов, кстати, было, ребят, если вы же не видите, но в любом случае, вот кто там. Да уже было, наверное, около 20. Да, Может, мы даже, с ну, сибирских хаски. примерно 20, может быть, даже больше. Хаски так мне нравятся, но знаете, мне не нравится, вот я живу на юге, и у нас тут есть хаски, и они страдают, у нас очень жарко, и поэтому мне очень жалко этих собачек, прям. Я не знаю, мне хочется подойти и сказать, зачем вы сюда ее притащили. Зачем? Я понимаю, это красиво. Блин, сейчас у меня, короче, опять. Подождите. На самом деле такая собака, вот хаски, да, там Надюша говорит, что ей тяжело на югах, она может, конечно, адаптироваться и к таким погодным условиям, но за этим нужен огромный, просто нереальный уход, потому что когда жарко, собака должна постоянно находиться в каком-то прохладном месте, это должны быть, там, я не знаю, вентиляторы, кондиционеры, прохладная вода, чтобы она смогла остудиться, потому что у нее очень такой прям подшерсток плотный, за счет чего ей и жарко. Они ведь там как в снегах спят, да? Ну, поэтому мне кажется, что вот держать ее здесь, ну, понятное дело, она может приспособиться, но для этого уйдет какое-то количество времени, понимаешь? И сил ее мне жалко, потому что я в большинстве заводят его для красоты, потому что красивая, как пофоткаться, там еще что-то. Ну, блин, это, конечно. Это огромный минус, да, вот ты сказала, это правда, это есть факт, и даже приведу пример, у меня у соседки было две хаски, но она их отдала, потому что девочка постоянно начинала запевать песни, а мальчик подпевал, конечно, и это очень злило соседей всегда, и поэтому они взяли, ну, избавились, да, таким образом, просто отдав чужие руки. И если кто-то хочет собаку, ребята, вот честно, подумайте, 25 раз, наверное, даже. Ой, Надюшек, я тебя спасла. Ну, это круто. Даже больше, чтобы вот эта маленькая пёська, как говорит один наш хороший знакомый мистер Бутерброд, пёсель, жил просто с вами, улыбаясь и припеваючи. Боже мой, что там? У меня критическая ошибка. Ну что это? Я помню, говорили, что починили эти критические ошибки, вы больше никогда их не увидите. Все. А я их вижу, постоянно вижу. Вот. Но у меня и так, у меня их не было. Вот они у меня появились, эти ошибки, они меня очень жутко раздражают. У меня не было. Как думаете, краску форсаж добавят в контейнер? Я даже ее не видела, если честно. Мне кажется, нет, не добавят. А за что она? Форсаж, по-моему, выдается, если я не ошибаюсь, за игру с мобильной версией танков онлайн. Да, нет, нет, да, Не, ну конечно, как бы. А, ну вот, видишь. Да, ну все меняется, знаете. спецпакет, да, видишь, как я Д закинула в массы просто. Красава, да? Ой-ой-ой. Ой. Ладно, пардоньте. Пей, не успей. Господи, хоть бы не упасть. Девять минут. Мы там как будем сегодня разыгрывать ведь?
наши кристаллики. Что? А, ключ, кстати, ребят, давайте, у нас там мало времени осталось, ключик от нашего сайта розыгрыша 55, ребята, давайте туда. Сегодня прям такой простой ключик. Всегда говорила, что когда в чате кто-то ругается матюками-матюковыми, где-то в мире грустит один модератор. Поэтому, ребят, ну не надо. Тогда еще один голдик у нас летит. Ай, киндер. Забрал у меня ДДшку. Расскажите, пожалуйста, недельный контейнер, то мобильный, что в нем может быть, кроме крисов и расходки? Ну, батарейки, наверное. А что, чем-то в мобильной версии отличается от немобильной? Ничем. Ну, так, в чем проблема, ребят? Те же ребят? Самые призы, поэтому... Кристаллы, может, там... расходка, да, батарейки, все. Смоки или гром? Смоки. Мне вчера, кстати, Надюша, может быть, ты видела или нет, выпала краска Глинтчи или Глитч. Как-то так вот, я не помню, есть там буквы. Вот она. И я прям такая, ну ничего себе. Не, крутая краска, на самом деле такая своеобразная, мне кажется, не такая, как все. Тебя поздравляю, мне, кстати, давно не выпадали такие краски. Нет, у меня где-то звонит телефон. Вот. Ну все, понеслась. Это не, до нет. утра. Нет, я, кстати, работаю в психологической помощи подружкам, поэтому вот у меня звонит клиент. Вот. Чё? А, краска клиент. Крутая, да. И в последнее время мне вот, по-моему, недавно выпала какая-то вот твои, которые вот эти футбольные. Вот. И все, больше ничего не выпадало. Обидно. Прохладно. Ну ладно. Ну ладно, да. Ребят, ключик от нашего сайта розыгрыша 5555. Заходим, регистрируемся там. И будет вам счастье. Обязательно давайте нам рекомендации, о чем вы хотите, чтобы мы поговорили на следующей трансляции. У нас осталось 6 минуточек. 6 минуточек мы закончим, начнем разыгрывать. Кстати, выходные подходят к концу. Что интересного было у вас на выходных? Играли вы или там, знаю, куда-то отдыхать ходили, на коньках катались или еще где-то? Рассказывайте, делитесь. Кто с нами в чате? Second, привет! Неужели да ты нубас появился? Секонд, брат. Класс. Я в шоке. Звезда в шоке, да? Всегда рада видеть этого просто хулигана. Как же непривычно без устройств. Ужас. Ничего, привыкай. Да как-то не все привыкаю. Коту масленица. 5 минут осталось у нас до конца, ребят. Кто-то какая-то у меня заявочка уже в клан висит. Я не пойду в клан, ребят. Я не хожу в кланы. Не хочу. Хочу без клана быть. А, меня сейчас убьют. Убили. Или на. Так, в смысле, ура, я еще жив. Чтоб ты понимал, своим характером я тебя найду, и ты мертвым у меня встанешь, понимаешь? И пойдешь со словами Божьим, как ты меня достала уже. На маленьком звании. Кинь мне голд на маленьком звании, пожалуйста, пламенная. Ну как, ребят, ну лови здесь или попроси всех ребят, так, ну-ка разойдитесь, я поймаю. Я вот просто маленький. Поэтому...
Да что ж так все дерутся-то, боже мой. Так. Как у нас там? Ребят, вы заполняете, кстати, вот кто в чате сидит. Кстати, ребят, вот чем меньше участвующих в этом розыгрыше, тем больше шансов получить приз. Сейчас я напишу в чат. Да, в чат напишу. Не, я просто. Так, сколько мы решили разыграть? Чего? Серьезно? Да нет, это просто... 5 по 5. Нет. Да. Да, мы разыграем, ребят, 5 призов по 5000 кристаллов. Поэтому заполняйте. Сейчас я даже напишу в чат. Заполняйте. Заполняйте. 2 минуты 58 секунд осталось. Счет у нас 374-23. Мы еле-еле вырвали эту победу. Прям просто. Да. Это было сложно. И косяк Карена. Косяк Карена из-за того, что он создал не матчмейкинговую битву. Да, где только одна точка. Да, кстати, я еще удивилась. Думаю, что за фигня, почему одна точка? А Карен улыбается. Лайф, все, просто беги, потому что сколько раз ты меня убивал, я пришла. Ауч! Смотри, какая вредная рельса. Кто у нас вредная рельса? Признавайтесь. Боже, как меня достала эта дверь, которая просто постоянно открывает. Вот, и убили. Вот это нормально вообще? Я вообще стояла, никого не трогала. Меня взяли и убили. А, ребята, поэтому не судите нас с Викулей слишком строго. Это наша с ней пробная трансляция, пробная битва. Мы обязательно подготовимся. В следующий раз будет намного интереснее. Мы что-нибудь более интересное придумаем для вас. Сейчас главное, чтобы меня не выкинуло с карты. Ну, я думаю, наверное, не выкинет. Сейчас, Викуля, говори. Говорю. Говори. Говорю, говорю. Тут просто вот читаю я чат, и, ребята, что ругаемся? Это, боже мой, зачем? Говорила же, ну прям вот прям просила же, не надо. Где у нас тут голдик летит? Надо пойти его отжать, отобрать. Ах ты негодная, я вернулась. Решила отжать голд. Ну... Как да? Как? Ребят, обязательно расскажите о своих пожеланиях по режиму. Может быть, какой-то режим вы хотите другой мод. Вика, перед созданием карты думали, какой же режим лучше. Как-то ДМ и ТДМ отмели сразу. Вот. Сейчас опять у меня можно было бы, конечно, и, ну, не знаю, ДМ, но это, ну, ну такое. Можно? Нет, ДМ, мне кажется, все равно. Вот так как бы мы с тобой болтаем и... О, это мы умеем. Да, и как бы команда нас поддерживает, вот это тоже есть. Плюс все, мы закончили, ребята, всем... Спасибо, я обязательно куплю эту дудку. Я буду вам дудеть. Когда... Не надо. Надь, я тебе говорила, если ты купишь эту дудку-дуделку, у меня просто в ухо, я не знаю, у меня кровь ухом пойдет, ты понимаешь? Или нет? Ну, ради дружбы. У тебя прям фонит. Это не у меня. Так, а у кого? А у кого?
Мы потеряли Надю. Я очень надеюсь, что в скором времени она вернется снова к нам, и мы сможем уже вместе с ней закончить трансляцию. Миша, выруби микро. Тебя тоже фонит. Так. Так, вернулась. Не фонит? Нет, сейчас нормально. Вот. Уже хорошо. Карту закрываю, Карен. Спасибо тебе большое. Так. Стрим с девчонки. Кто это писал? Дима. Ладно. Пожелание, куда нашу группу в ВК, вон там скидывает вам Наталья. Ссылочку. Можно мне в личное сообщение, я Надежда, нельзя, можно прямо под постом с нашим стримом, поэтому туда. Попробуйте ХРВР. Соберите девчачью команду. Вот, кстати, хорошая такая идея. Сделайте мужиков. Вот, блин, хорошая идея, но очень мало девушек, играющих и готовых. Кто сказал? Ну, не мало, не надо вот сейчас вот такую тезу в массы кидать, как это делала я раньше, да, с этим, с форсажем. Хорошо, давай попробуем собрать на следующую битву. Ну, тогда Наталья, тогда у нас чат останется без модератора, поэтому у нас будет с нами Наталья. Она сказала, она согласна, она напишет, я согласна. Сделайте мужиков. Два смысла. Какой ты смысл там еще увидел? О, меня уже зовут. Да, можно, я думаю, да? Да? Давай, наверное, разыграем. Сейчас я уберу вот эти вот настройки. Голосовой активации. Да. Да. Победителя по 5000 кристаллов. Нас заполнили 35 участников. Ох, ну посмотрим. Зарегайте меня. Как мы зарегаем тебя? Ты должен сам. Спасибо, Секонд, удача. Спасибо тебе. Мы маленькими шажочками, но все-таки начнем это все сделаем красиво. По красоте. Прям по красоте это все будет. Я уверена. А, Дмитрий Юренков, 2004, кстати, уже мне этот никнейм такой знакомый. Том Реддл Ледженд, наверное, так? Елена, 14, это Елена Корсун, мы тебя поздравляем. Тигр, 33-31. И Хадзи, ну, не знаю, или как. В общем, ребята получают по 5000 кристаллов. А с начислением мы, наверное, немножечко подождем Дмитрия 55-го. Обязательно все начислит он вам на аккаунт, ребят. Поэтому мы ждем ваших предложений. Спасибо, что поддержали нас. Спасибо, что общались с нами в чате. Я даже больше скажу, что ваша поддержка в чате была самая главная для нас. Пока-пока. Викуля. Да, с тем учетом, что это наша с тобой первая была такая трансляция вне рамок именно стрим-ТО, скажем так. Но да, спасибо всем, кто поддержал и, конечно, кто все-таки помог в организации. Вот за это прям отдельное спасибо и моей любимой Надюше. Обязательно приходите к нам еще, а также предлагайте нам свои идеи, как можно сделать наши стримы более интересными, которые вам запомнились бы и на которые вы ходили бы с удовольствием. Поэтому грейте обязательно лапки в теплых носочках и приходите к нам. Всем пока и до скорых встреч!